Сборная России победила в первом матче группового этапа команду Молдавии со счетом 3-0. Алексей Медведев, капитан нашей команды, автор одного из забитых мячей. Алексей, немножко прокомментируй ход поединка. Ну, мы ожидали, что игра будет непростой, да и никогда стартовые игры не бывают в основном простыми. Всегда все равно чувствуется такой предстартовый, скажем так, мандраж, и мы, к сожалению, обычно на больших турнирах очень, у нас он смазываем, первый матч тяжело втягиваемся в турнир. Но мы очень рады, что одержали победу, она очень такая важная для нас, удачно стартовать в группе. Поэтому я думаю, что мы и можем, и обязаны играть намного сильнее. Сегодня совершили много ошибок, которые мы разберем, сделаем правильные выводы, анализ игры. И я думаю, уже завтра с испанцами будем выглядеть намного интереснее и сильнее. Кого-то можешь отметить персонально? Да нет, вся команда молодцы. Сегодня жарко было. Ну, нам еще повезло, что молдаване играли вторую игру. Вот поэтому, наверное, в этом плане мы были чуть посвежее. Но я говорю, немножко чувствовался такой мандраж стартовый. Вот. Уберем эмоции, более разумные действия добавим, и будет все хорошо. Спасибо огромное, с победой. Артем Смирнов, менеджер сборной России. Артем, первый вопрос. Какая была предматчевая установка? Предматчевая установка была стандартная. Это вкатиться в турнир, вкатиться, нащупать свою игру, игровые связи. Для нас это всегда сложно, потому что Россия – это в первую очередь футбол 8 на 8. Шестерка для нас не родной формат, поэтому всегда первая игра довольно сложная для нас именно в плане нахождения своей игры. Вот, собственно говоря, было главное – это найти свою игру, ну и результат, о нем не забывать, безусловно. Ну, соответственно, ребята выполнили эту установку. Что получилось, что не получилось? И да, и нет. И это нормально, потому что результат есть, и это немаловажно. Игра, ну, мы сюда приехали не три игры в группе играть, поэтому будем надеяться, что будем прибавлять от матча к матчу. Ожидали ли мы такой игры от наших соперников, от сборной Молдавии? В большей степени да. Мы знали, что будет игра тяжелая, потому что Молдова – одна из тех команд, кто по подбору игроков одна из самых профессиональных. В хорошем этом смысле. Именно много игроков с опытом игры в профессиональном футболе. Многие поиграли в российской премьер-лиге и в других чемпионатах. Игроки опытные. Старались играть в первую очередь через темп и прессинг. Отчасти это удалось. Отсюда были определенные ошибки, их разберем. Ну, а то, что хорошо, будем улучшать. Ну и по горячим следам несколько слов про наших новичков, про новичков сборной. Ну, самое главное, что они сыграли свой первый матч, значит, нервы они были, безусловно, через это все проходят. Нельзя выйти на чемпионат мира и там не волноваться, тем более в основном большинство всех новичков – это игроки молодые. Поэтому ребята справились, поэтому к ним как раз меньше всего вопросов. Молодцы. С победой! Спасибо.